расскажи про впечатление, то есть какое участие принимаешь уже в Кубке президента? Вчера было три вида программы, это прям вообще такой насыщенный тяжелый день был. Я тут был практически с 8 утра до 8 вечера и настолько нагонялся, что спал младенческим сном. Вот сегодня будет все полегче, начинаю только во второй половине, будет два финала. Четверка 500 и 3 километра одиночка. Собственно, вот осталось это прогнаться и все, заканчиваем год. Какие впечатления вообще про Кубок? В этом году мы голодные до стартов, и очень не хватает, конечно, соревнований. Вот чемпионат России прошел, и вот Кубок президента. Не знаю, будет ли какое-то там дальше продолжение сезона. Очень надеемся, что мы еще погоняемся. Поэтому каждое соревнование как праздник, а Кубок президента России – это тем более. А расскажи, что самое главное в каноэ, там баланс, сила? А насчет самого главного, тут и баланс, и сила, но баланс нарабатывается в детстве. Вот. И проблемы с балансом у нас бывают только тогда, когда есть сильная болтанка. Вот в прошлом году Кубок президента отчасти проходил на Москва-реке. Вот там прям баланс очень был важен. Здесь мы в основном выезжаем за счет выносливости, скорости и скоростной выносливости.